Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то я докачал уже первые башни до 10 левела. Это вот такие вот стрелковые башни, магические. Точнее, не стрелковые, а магические башни. Но они все равно стреляют. И вот их статы. Как видите, плюс 204 тысячи жизни. Действительно, плюс 170%, как они и писали. И плюс... увеличение атаки, но увеличение атаки, честно говоря, такое себе. То есть у меня уже эти башенки прокачаны на максималку. И, соответственно, я вам говорил, что у меня уже скоро будет второй скилл. И он у меня уже есть на 30-м, по-моему. Следующий скилл дают на 50-м. То есть, как видите, у меня башенки сейчас... Ну, у меня все постройки минимальные. Уже 6 левел, эти уже 10, то есть соответственно 34-50. Вот так вот оно все выглядит, то есть максимально. Там скорее всего сила, наверное, ну-ка сейчас, секунду, ребят. Сейчас уберу гарнизон. А, все, сори. Атака у нас рождается, я думаю, что-то не то. За фиолетового героя, поэтому все правильно. Сейчас я назад верну Рунина. Вот, то есть увеличение жизни, то есть башенки у меня уже имеют нехило так жизни. Ратуша тоже, как видите, 280 плюс 168, но она еще не максимальная, то есть ее вынести в принципе сложно не будет, но трудности у многих с этим будут, и мы будем пробовать искать варианты разные прохождения. Дальше я вам говорил, что у меня в планах, я все больше и больше думаю над тем, чтобы слить 6 героев и поставить зеленый гарнизон на вот эти вот башенки. Соответственно, у меня увеличится скорость атаки, и мой скилл, который уже прокачан на второй уровень, смотрите внимательно, что он дает. На 5% увеличилось, то есть уменьшение скорости атаки уже на 20% и скорости передвижения на 30%. И скорее всего на максималке там будет 25, наверное, либо 40. Если будет больше, это еще круче будет. То есть на 50 уровне, а тут вот 4005 секунд. Следующее, видите, достигнете 50 уровня, и у вас появится следующий уровень, то есть будет троечка. Насколько я понял, это самый максимальный на сегодня. То есть вот так вот оно все выглядит. Получается у нас 6 башен и ратуша. Все, больше пока у меня нет возможности что-то улучшить. Не хватает ресурсов, надо будет забрать башенку, еще прокачаю. Ну, в общем, до максималки, думаю, неделька-две. С таким темпом, как здесь продают, все, мы дойдем. Так, сейчас, секундочку. И пробежимся по акциям. Так, акции. Ну, сегодня, как видите, я много позабирал. Некрос 20 баксов стоит. Панчбокс 10 коробок. Ну, все, ребята, как обычно. Ну, такой вот рынок у нас, честно скажу, чтобы особо там что-то интересного. Странно, что нового питомца не продают, на русском уже продавали. Вот я башенки эти забрал. Видите, у меня опять, я показывал открытие сундуков, опять сундуки накопились. Так, и вот эти вот паки тоже брал. Охник собирается очень запросто, нет никаких проблем. Все можно собрать. Ну и большой пак тут продают уже Трифида, Plant Warrior. Ну, честно говоря, смысла ради этого, ради скина нету брать, потому что оно все будет со временем, лучше камешки взять. Поехали по акциям. И вот акции у нас есть 2000, 1000. Давайте пооткрываем попытки наши, которые есть. Ну, 200 попыток надо.
ради 2000, но у меня, к сожалению, нету столько коинов. Если бы были коины в запасе, возможно, под такое, наверное, лучше копить их, не тратить там на те акции, сразу забрать 2000, в принципе, 1080, и можно дальше качать следующего героя. Так, смотрим, что тут у нас. Ну вот, смотрите, десяточка, 300 книг, и неплохо, неплохо. Ну, камешки уже обесценены тоже. Так, 33, мы открыли 500 кулаков, 30. Дальше пошли уже эти. Такс, коллекционер. Вот такой вот коллекционер героев, тоже довольно-таки интересный. Сейчас еще раз зайду. Стрелок. Ну, такое. Но Плантвориора выбить, в принципе, тоже неплохо. Сразу же можно получить без донату, как вариант. Так, что у нас еще есть? Апдейт. Кстати, надо не забывать забегать сюда, забрать отсюда потом еще скины. Ну, я думаю, они быстрее через рынок купятся. Такс. Есть. Дальше. Поехали, какая-то поинт. Аркада, сейчас посмотрим, что там такое. А, это мы можем. Ой-ой-ой, надо было хак. Ну, я думаю, вряд ли там хак поменяли, что-то интересное. Тут все как обычно, да. Тут ничего не меняется, поэтому поехали. Такс. Ну вот, надо будет потестировать все-таки башни. Магические. Почему магические? Мне кажется, магические больше будут цели атаковать, соответственно, замедлять будут намного больше, чем другие. Ну, в общем, это будет интересно посмотреть. Ну, для этого надо гарнизон. Так. Все. Все. Побегали, называется. Так. Таланты, бинго, бласт. Я в бинго не захожу. Алхимик. Слевое число и сундучки. Давайте посмотрим сейчас сюда и забежим еще в счастливое число. О, супер. Так, Orcsbane. Ну, спасибо и на этом хотя бы. Так, счастливое число. Сейчас попробуем, может, еще паролем чуть-чуть. По 150, как обычно. 48 попыток. Посмотрим завтра утром, что нам придет интересного. Ну и также мне понравился, ребят, роллинг по 1500. Если будет бесплатная попытка для бездоната, это реально будет очень круто. В общем, такое скучное это занятие и не нужно. Можно какашки и самоцветы хоть вернуть. Шутка, конечно, тут столько ресурсов, что на такие акции я иногда часто даже не бегаю. Не из-за того, что зажрался, из-за того, что времени жалко просто. Сидеть вот это вот щелкать. Ладно. Поехали, паролем попробуем. Может, что-то интересное вытащим. И натащили кучу всего. Так, сохранить. Ну, в принципе, неплохо. Так, ну что? Наша акция по 150, пока по 1500 нет. Так. Land Warrior, приди. Ну, давайте 1030 самым. Ну, видите, я не знаю, я вот этот роллинг усовершенствования ихнее, мне очень не понравилось. Очень плохо как-то начали падать герои. Я не знаю, с чем это связано, возможно, просто порезали какие-то шансы, но это очень заметно, ребят. Если раньше там просто
сыпали леги, то сейчас я вот заменю. Ну, раз на раз, конечно, не приходится, но раньше как-то было получше это все. Давайте по 450 пару раз. 3x. Ну, вообще, посмотрите. Где имба героя? Кенди Кейн. Где мой имба героя? Дракос. Да, печалька. Ну, Афинка по 450 все-таки лучше падает. Правда, в 3 раза больше сливаешь. Но все равно посмотрите на это. Просто эпик. Не знаю. Ну, ворожай. О, ничего себе! Вот это да, ребятушки! Трипл. Тройничок. Мы даже Командора, ну смотрите, по 450 все-таки падает получше. Так, сердцеедка. Сказал это и слил намного больше. Ну, Асура. В принципе, тоже неплохо. Итого. За 30к 8-15 слизней. Ну, спасибо, HG. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Ждите следующих видосиков. Всем удачи, всем пока.